Буквально только что вышла вот такая замечательная книжка сказок писателя Александра Покровского. И одну из сказок, которая называется «Солнце и солнечные зайчики», я вам прочитаю. У солнца много детей, и зовут их солнечные зайчики. Их столько, что бедное солнце не может запомнить всех по именам. Оно просто зовет: «Зайчики, идите домой, пора кушать!» И все зайчики бегут к солнцу, а на земле без них становится темно и сыро даже днем. Солнце спохватывается, оно быстро кормит голдящую мелюзгу и отправляет их назад, скорее назад, к людям. Зайчики любят приходить к людям, особенно по утрам. Они забираются в окна и поднимают лежебок. «Эй, лежебока!» – садятся они ему на нос. «Там снаружи вовсю летают стрекозы! Ну сколько можно спать? Давно же уже утро! Пахнет листьями и землей! Вставай скорей! Смотри, сколько воздуха! Послушай море у скал! Загляни в небо! Какие там мягкие облака!» А лежебока гонит зайчиков и переворачивается. «Ну нет!» – говорят ему зайчики. «Мы не отстанем! Ну-ка, держи его за уши, я подергаю за нос и открою ему глаза. Вот, так, сказали же, что поднимем!» «Как вы мне надоели!» – говорит лежебока и садится на кровати. «Когда же я высплюсь? Я так мало в жизни спал! Не пойду умываться, вот!» На зайчиков охотится жадная тяжелая тучка. Когда она их ловит, то от шлепов отсылает назад, приговаривая: «Ой, беспутная у вас мать! Скоро всех растеряет! Беспризорные дети! Я бы этим людям ничего не давала! Наоборот, у них нужно все отнять! Они все пачкают, ломают!» Зайчики боятся жадную старую тучку и бегут на нее жаловаться солнцу. «Она нас не пускает на землю!» – кричат они издалека. «Она жадная!» «Она не жадная», – говорит им на это солнце. «Она старенькая и ворчливая. Она ворчит на вас, на меня, на людей, на весь свет. Подождите, пока она уснет. Тогда все, что она собрала себе, выскочит у нее из рук и упадет на землю. Туча несет и людям, и букашкам много добра. Только она никогда этого не показывает. Она считает, что их нельзя баловать. Может быть, она и права. Она проснется, раскричится, разгремится на весь мир, забросает его молниями и ливнями и уйдет, недовольно ворча, так ничего и не оставив для себя. Я подарю ей радугу». «А зачем ей радуга?» – кричали наперебой солнечные зайчики. «Она ее не любит! Не дари ей ничего! Она плохая! Все равно плохая!» Даже злюка зной от радуги становится немного добрее. Радуга красивая, а рядом с красотой все становится лучше. «Смотрите, как мы заболтались! Туча давно ушла! Вам пора лететь и дарить людям доброе утро! Быстрее, малыши!» И зайчики снова проникают в окна и тормошат лежебок. «Эй, лежебока! А ну вставай! Тучи давно нет! Мы ее прогнали!»